Полюбившаяся самарцам ярмарка поменяет место расположения. В этом году площадь Куйбышева, где традиционно разворачивалась сезонная торговля, будут капитально ремонтировать. Из-за чего городские власти готовят новые площадки. Рассматривается 4 варианта, чтобы и горожанам было удобно доехать за продуктами, и местным производителям было комфортно торговать. Рассказывает на оперативном совещании в мэрии руководитель профильного ведомства Александр Андреянов. Это крытые ярмарки, чтобы уже мы их ставили достаточно стационарно. Они с возможностью кондиционирования, с возможностью отопления. Ну, в общем, это бизнес-проект. Кроме удобства для покупателей и продавцов, необходимо следить за порядком на территории ярмарки, чтобы мусор вывозился вовремя. Кроме того, поручает мэр Олег Фурсов, нужно регулярно контролировать цены на продукты. Земля предоставляется бесплатно для торговли, да, и значит там цены должны быть не такие, поскольку люди практически ни за что не платят, есть только там за уборку в каких-то вещах и за доставку. Вот, поэтому надо следить, чтобы цены были ниже, и действительно люди могли с невысоким доходом покупать более недорогие качественные продукты. В феврале-марте в Самаре прошли предпраздничные ярмарки. Они оказались очень популярными среди жителей города, и в мэрии планируют развивать это направление дальше. Марина Матвеевна, Сергей Баскин, события.